Когда я о чем-то спрашиваю, не бойтесь ошибиться. Не ошибается только один, единственный тип людей. Никогда не ошибаются те, кто ничего не делает. Все остальные люди ошибаются, это совершенно нормально. Страшно другое. Страшно не учиться на ошибках и повторять их из раза в раз. А так, высказали свою идейку, оказалось там не, допустим, самый лучший, ну и что, все равно молодец. Идея-то была, не бойтесь. Не бойтесь.